Коллеги, приветствую вас на YouTube-канале Клуба Трейдеров Картель. Сегодня разберем тему торговли от границ каналов, разберем, как каналы формируются, на что я обращаю внимание и как расторговываю. То есть ситуации бывают разные. Можно торговать как от границы внутрь канала при достаточном запасе хода. Также можно ожидать выхода из канала и пробовать забирать как первичный импульс, так и рассматривать сделки при ретесте границы и участвовать в дальнейшем движении. Я покажу схематично. Каналы, как правило, формируются каким-то поступательным движением, который формирует некий максимум, после формируется откат, и после этого цена не может уйти выше, то есть закрепиться, и происходит какое-то движение от границы до границы. Если мы рассматриваем такую модель, то мы можем торговать от границы в противоположную сторону, то есть от верхней продавать внутрь канала с целями до нижней границы. А также можем идентифицировать ситуации, когда после достижения верхней границы либо нижней цена не идет к противоположной границе, а разворачивается и идет на ретест одной из границ, не достигая противоположной. В данном случае складывается ситуация, когда можно рассматривать сделки в пробой, так как при подходе к верхней границе участники начинают входить в продажи, располагая свои стоп-лоссы за границами канала, если здесь есть ложный пробой, либо здесь ложный пробой. При этих подходах стопы могут располагаться за хвостами ложных пробоев. А значит, при выходе мы можем ожидать импульсного движения, то есть те, кто продавали, начнут закрывать свои продажи обратными покупками, а также те, кто ждут выхода в продолжение движения в лонг в данном случае, будут располагать свои ордера на покупку вида там buy stop, либо buy stop limit, а также рыночные участники, которые присоединятся к движению. И вот этот, скажем, симбиоз, да, покупателей, как шортовых, так и лонговых, будет провоцировать первичный импульс. Если складывается ситуация, когда у нас есть поджатие, либо какая-то узкая наторговка вблизи границы, можно пробовать заходить в пробой с очень коротким стопиком и пробовать забирать первичный импульс. А также бывают ситуации, нередко, особенно рынок Форекс славится такими моментами, когда цена, пробивая границу, не формирует какой-то ситуации, где можно зайти в пробой с коротким стопом, и происходит существенное импульсное движение, которое уходит далеко от канала. То есть в догонялке мы не играем, так как отсутствует возможность постановки адекватного технического стопа, а также если расчетный стоп не умещается под уровнем, который образован границей канала, можно ожидать возврата на ретест пробитой границы. То есть спустя какое-то время, бывает в этот же день, бывает спустя несколько дней, а также спустя значительное время, если этот канал формировался на дневном таймфрейме, скажем, и диапазон, ширина этого канала довольно-таки существенна. То есть, если широко ходили, то, вероятно, и пойдем широко, а значит, возврат может быть там и через неделю, и через две, и спустя месяц условно. То есть, можно будет поожидать, что здесь будет либо формироваться какая-то отбойная формация, либо на самой границе, либо вблизи границы. И тогда можно будет рассматривать сделки на покупку в данном случае, либо после ложного пробоя, если цена там резко летит к границе, с учетом того, что еще и отара запаса не будет. То есть можно рассматривать сделочки быстрые на ложный пробой с целями, как минимум, да, на хай импульса, если мы рассматриваем интрадей. Ну и среднесрочно, если широкие какие-то диапазоны, то при нисходящем движении обязательно будут формироваться какие-то откаты и к первичному, да, вот этому откату, который был последний перед ходом к границе, то есть как целевое значение может выступать. Ну и разберем на нескольких примерах,
на разных абсолютно инструментах. Евро-доллар, уровень 1.1, как верхняя граница. Ходили от границы до границы после нисходящего движения, остановка и невозможность уйти на перехай. То есть встали в каком-то диапазоне и продолжительное время, то есть здесь, по сути дела, 2 месяца находились, да, практически полтора. Пожалуйста, торговля отбойной модели, что-то можно рассмотреть после слома, да, поджатия. Если какие-то ложно-пробойные формации, неглубокие ложные пробои, касания от границы внутрь канала. Также можно рассматривать ситуацию, когда мы видим, что мы ходим от верха до низа и обратно, и обратно. Здесь мы не идем кверху и можно рассматривать продажи, но только под нижней границей. Выхода вниз нет и пришли обратно наверх. И также после невозможности сходить к низу вот этого диапазона, здесь 200 с лишним пунктов, подходим кверху, закрываемся близко к уровню. Я сделаю, чтобы было видно. Закрываемся близко к уровню. Следующим днем выходим. Открываемся сверху. Опять-таки с ретеста можно пробовать забирать какие-то движения. Дальше в продолжении опять у нас точка остановки. Ложный пробой. Ложный пробой двумя барами. Невозможность идти инструмента дальше. Опять-таки более глубокий откат. Видим накопление и последующий ход. Опять ложный пробой, вытаскивает вниз, еще один и уже ниже не идет, то есть нас начинает поджимать. Здесь можно рассматривать как первичный импульс забирать, так и с ретеста. То есть ретесты не обязательно бывают в касании. Механика такая, что те, кто, допустим, продавали от верхней границы с целями на нижнюю, и, скажем, те участники, которые ставят там какие-то далекие стопы, либо не используют стопы совсем, после выхода наверх и при возврате к пробитой границе, также и уровни работают, да, формирование зеркального уровня. На обратном движении те, кто продавали от уровня вниз, в данном случае, когда мы выходим, пробиваем уровень и возвращаемся, те, кто теряли в этом движении, близко к уровню начнут выходить. А так как закрытие продаж есть покупки, то можно ожидать какое-то опять импульсное движение. Особенно, ну, это видно, да, как после ретеста быстро уходит цена. То есть те, кто закрывают убыточные продажи вблизи, да, то есть с минимальными убытками, они выходят по рынку, и поэтому движение именно от границы, оно, как правило, тоже импульсивное, быстрое, и в этом можно поучаствовать. Это был евро-доллар. Опять-таки локальная ситуация, монетка GTC. Подошли, встали, откатились и, постояв, вышли наверх. Опять-таки, ретест в моменте после выхода наверх. Здесь импульса как такового нет. Но после возврата видим, что движение резкое от уровня. Опять-таки, еще один подход. Невозможность идти ниже. Опять-таки, выступает как граница, да, вот этого небольшого накопления. Но получается, что удерживает цену от дальнейшего снижения. И опять видим импульсное движение. Аналогичная ситуация, заход в накопление внутри, да, пока цена находится внутри, формируется, если какая-то крупная позиция на дальнейшее движение, то если натянуть там профиль объема в области вот этой на торговке, как правило, максимальный объем, point of control, так называемый, может выступать тоже как локальным уровнем, который будет удерживать цену от дальнейшего снижения. Можно использовать как для постановки стоп-ордера, да, стоп-лосса, я имею в виду, если мы заходим, например, в касание, боясь упустить сделку, то стоп-ордер можно расположить ниже вот этой точки максимального объема проторгованного
с целями дальнейшего ухода. То есть видим, что после двух подходов с заходами в накопление получается импульсное движение. То есть мы ждем, что цена от на торговке будет уходить быстрее, чем будет подходить к ней. Опять-таки, биткоин, всеми любимый уровень, там, ну, я кинул по верху 28 959, зашли, опять точка остановки, откат и невозможность идти дальше. То есть стоим. И здесь вот ситуация, когда после подхода к верху совсем небольшой откатик на 5-минутном таймфрейме, здесь стоп-коротышка, и вот этот первичный импульс, нам его вполне достаточно, чтобы забирать свои заветные 3-4 к 1. Опять ретест, заход более глубокий на торговку и последующий уход с перехаем, то есть первичные какие-то цели даже перебиваются, и можно переводить сделки и пытаться удерживать средний срок, там, я не знаю, закрывать на там 3-4 к 1 часть и держать дальше. Сбербанк, часовой таймфрейм, то есть таймфреймы разные, биткоин и GTC, но на крипте очень часто такие ситуации, именно на каких-то локальных таймфреймах и небольшие относительно движения, если закрывать по тейку с соблюдением рисков, то выливаются в неплохие тоже профиты. Сбербанк, часовой таймфрейм, точка остановки, такой сильный ложный пробой, еще здесь гэп был, и вернули тоже. Ну, я условно обозначаю как границ, это выход наверх, опять нас вернули, стояли, копили, получается, несколько дней, и после ложного пробоя нас уже не тащит не то, что наверх, даже до границы не доходим и начинают поджимать обратно вниз. Импульсный выход и та ситуация, когда ретеста нет ни в этот день, ни в следующий, и еще долго нет. Можно поожидать, что будет когда-то сюда возврат и тоже какая-то реакция будет проявляться. То есть эти уровни, ну, скажем так, имеют память, да, и в будущем тоже довольно-таки часто проявляют себя. То есть задача определить первоочередные границы, относительно которых мы будем смотреть, точка остановки, откат. И если мы не идем сразу, а встаем в накопление, то, возможно, поедем дальше. Если мы откатываемся, не можем обновить дальнейший хай, нас начинают поджимать вниз. Это, конечно, более такие рисковые входы в первичный импульс отката, да, восходящего движения. Контртренд, максимально короткий стоп и относительно небольшое движение, которое по-хорошему должно укладываться в какие-то откатные формации, либо области на торговке, которые были до того, как мы зашли в это накопление, либо сформировали какую-то формацию на контртренд. Вот, на этом, пожалуй, все. Торгуйте от границ каналов. Соблюдением рисков и при определенных условиях, да, которые вы опишете в своем алгоритме, в своей торговой стратегии, и собирайте профиты, используйте стопы. Всего доброго, пока-пока.